Из Гамбири, именно вот в этой комнате. So this name is the Gambira. И это место называется Гамбира. Gambira means very secret place. Гамбира значит очень сокровенное место. Радхарани Мудра is the very, very secret. Потому что настроение Шримати Радхарани очень сокровенное. And he is releasing this mood here, so this name is the Gambira. Grosh. И поэтому Махапрабху наслаждается этим глубоким настроением Шримати Радхарани, и поэтому это место называется Гамбира, потому что именно здесь он им наслаждается. And here manifested this all this mood, you know, Radhani mood, Krishna Prem, which mood manifested Radharani heart, Mahaprabhu, you know, all this mood manifested here. И здесь Кришна, в форме Махапрабху, он переживает все эти экстатические переживания, которые переживает Шримати Радхарани в разлуке по Кришне. So when you touch this place, then this prema also flying your body, coming your body. Поэтому если мы дотронемся до этого места, то Кришна прямо хлынет в наше сердце, войдет в наше сердце. So be careful with it. Поэтому будьте внимательны, осторожны. And when somebody come here, then they forget this children, wife, husband, mood, jenas, and forget everything. Hare Krishna. Поэтому будьте осторожны. Почему осторожны? Потому что когда Кришна прямо войдет в сердце, то человек забудет о детях, о семье, о родственниках, оставит всю мирскую жизнь. Я с тобой повторять святое имя. Вы согласны, Махараджи? Вы agree, вы ready. Махапрабху, you know, there are Suji here, this Kamandol is here, Vridang here, something, Махапрабху, who is still, he used something still here. Здесь вот вы можете посмотреть, тут есть Камандала Махапрабху, его сандалии, Мриданга, те вещи, которыми Господь пользовался, когда был здесь. Ходит, на входе и все. Вообще, как-то запрещено, здесь сказали. Но...